Всем привет! Привет тем, кто смотрит ВКонтакте. И привет всем! Сегодня я транслирую сразу в двух социальных сетях, потому что участники нашего розыгрыша есть и в этой социальной сети, и в этой социальной сети. Поэтому по традиции, в начале каждого месяца мы определяем победителя розыгрыша прошедшего месяца. Но в нашей ситуации это апреля. В апреле я объявляла два розыгрыша. Один среди чеков, когда клиенты покупают продукт и получают номерки за свои чеки. И второй розыгрыш — это такой пробный вариант. Впервые я объявляла такой розыгрыш — именинники месяца. Но почему-то не все именинники апреля захотели принимать участие, и в этом розыгрыше принимает всего 11 человек. Это очень мало, поэтому по поводу мая подумаю, стоит ли запускать данный розыгрыш. Или не совсем поняли суть розыгрыша, потому что здесь ничего не надо было делать, просто стать участником нашего клиентского чата или канала в Telegram, указать дату своего рождения и получить номерок и принимать участие в розыгрыше замечательной зубной пасты «Сибирский прополис», который прекрасно решает такой вопрос, как кровоточивость десен, и укрепляет, нормализует микрофлору ротовой полости. Итак, начнем с розыгрыша розового куба. Подробно останавливаться на этом розыгрыше на этом продукте я не буду, потому что подробно про этот продукт информацию вы найдете, если полистаете мой аккаунт. Уже несколько раз рассказывала про этот продукт и приводила кучу отзывов положительных от наших клиентов. Это один из самых-самых таких любимых продуктов наших клиентов. И сейчас я переключу экран, покажу список участников, кто принимает участие именно в розыгрыше розового куба. Так, минутку. Вот, это я открыла наш Telegram-чат. Сейчас переключу экран, чтобы было понятно. Вот так видно вроде, да. Я уже тут все подготовила, и список участников, и генератора случайных чисел. Всего у нас в розыгрыше розового куба для участия раздали, сейчас скажу, 277 номерков. И вот среди этих номерков определим, генератор случайных чисел определит один номерок. И тот человек, кто является обладателем этого номерка, получит розовый куб в подарок. Итак, открываем генератор случайных чисел. У нас будет одно случайное число от 1 до 277. Когда я нажму на вот эту кнопочку «Сгенерировать», здесь появляется случайное число, мы проверим и найдем среди списка участников того человека, кто получит приз в подарок. Итак, на раз, два, три. Раз, два, три. Сгенерировать. 214. Теперь возвращаемся к списку и ищем номерок 214. Белкова Татьяна, супер! Татьяна у нас из города Челябинск. Татьяна, поздравляю с победой! Розовый куб, замечательно, витаминно-минеральный комплекс вам в подарок. Пожалуйста, отпишитесь мне в личку, мы с вами договоримся по поводу способа доставки. Далее, сейчас мы определим, кто же из участников розыгрыша «Именинники апреля» получит зубную пасту в подарок. Во-первых, еще раз поздравляю всех участников, вернее, всех именинников апреля с днем рождения. Конечно же, желаю сибирского здоровья и много-много любви, взаимопонимания, уважения, всех-всех-всех благ. И сейчас среди вас мы определим победителя розыгрыша «Именинники апреля». Здесь у нас 11 номерков, шанс получить зубную пасту огроменный. Итак, конкуренция не сильно большая. У нас тоже будет одно случайное число и диапазон от 1 до 11. Точно так же нажимаю на кнопочку «Сгенерировать», и мы узнаем, кто получит зубную пасту в подарок. Так, 4. Возвращаемся к списку
И смотрим. 4. Это у нас Гайдукова Светлана. Светлана у нас с Астраханской области. Поздравляю с победой. Очень-очень рада за вас. Еще раз с днем рождения. И вот этот подарочек, сибирский прополис зубная паста, достается вам. Также напишите мне, пожалуйста, в личку. Мы с вами договоримся о способе доставки. Сейчас я переключу экран. Вот так. Всех участников нашего розыгрыша благодарю за участие, что из месяца в месяц принимаете участие в нашем розыгрыше. Очень-очень рада и очень приятно дарить вам такие подарки. Каждый месяц проходит розыгрыш. Поэтому те, кто еще никогда не принимал участие в наших розыгрышах, рекомендую присоединиться к нашему телеграм-каналу. Ссылка на наш канал в описании моего аккаунта. Вы там сразу увидите кнопочку «Телеграм-канал». Присоединяйтесь. В начале каждого месяца я объявляю розыгрыш. И в течение месяца раздаем номерки. И по итогу месяца уже проводим розыгрыш. Присоединяйтесь, принимайте участие и побеждайте. Ну что ж, победителей прошу написать мне в личку для того, чтобы определиться со способом доставки ваших подарков. Всем желаю отличного завершения сегодняшнего дня. Всем пока-пока!